Привет, привет, мои хорошие, с вами Татьяна. Сегодня мы с вами будем смотреть джинсы, возможно, джинсовые куртки в недорогом сегменте, в таких магазинах, как Резерв, Манго и другие. Кому интересно, идемте со мной. Это у нас витрина Резерв. Смотрите, здесь показаны, какие цены на джинсы, на курточки. И стоит жакет 800 гривен, 26 евро. Вот такой бело-молочный цвет. И джинсы стоят 800 гривен, тоже 26 евро. Видите, такие есть широкие. Эти, я так думаю, 1000 гривен. Сейчас посмотрим в магазине более подробно. Я хочу показать вам витрины, потому что здесь лучше всего видно, как выглядят джинсы на манекенах. И, возможно, будут выглядеть на вас, если вы такая же стройная девушка, женщина. Вот такая прелесть продается. Кстати говоря, смотрите, какие здесь рюкзачки поступили. И маленькие сумочки. Сумочка 600 гривен, 20 евро. А рюкзак сейчас глянем. 900 гривен, 30 евро. Я говорю из расчета, что 1 евро равен 30 гривнам. Смотрите, какие классные мятные джинсы. Они подрублены. 1100 гривен, 36 евро. Вид сзади, такие кармашки, самые обычные джинсы, но они, как видите, широкие и укороченные. А вот здесь на манекене видно, можно носить вот с такой длинной рубашкой, как показано на манекене. И смотрите, мятная рубашка тоже классная здесь есть. И симпатично смотрится с такими брюками бежевого цвета. Смотрите, вот такие брюки из джинсовой ткани. Возможно, это можно считать джинсами. Видите, как они пошиты. Стоят они 999 гривен, 1000 гривен, 33 евро. Вид спереди, вид сзади на резинке. И вот такие прорезные карманы. Резинка, кстати, тоже сейчас актуальный элемент брюк, джинса. Вот такие джинсы. Длинная джинсовая юбка. Видите, с разрезом. Необработанный край. Вот так выглядит. 1000 гривен, 33 евро. Смотрите, какие блузочки. Очень симпатичный принт. Тоже стоит 1000 гривен, 33 евро. И вот эти джинсы тоже все по 1000 гривен. Смотрите, какие разные цвета. Серый, голубой, чуть потемнее. Голубой. Симпатичные такие по 300 гривен футболочки. Вот. Смотрите, такие принты. Это переработанные джинсы, видите, экологический момент. Вот белые есть, светло-голубые, ну, как сами видите, эти джинсы широкие. И вот такие джинсы стоят тоже 1000 гривен, 33 евро. Смотрите, вот они слегка зауженные книзу, так-то они широкие. И 600 гривен, 23 евро. Вот такие кеды. Они мальтичный принт. Надо более подробно сделать обзор одежды, обуви в Резерве. Прямые широкие джинсы. Видите? 1100 гривен, 36 евро. Есть джинсовые вот такие. Как это назвать? Не знаю. Топ, скорее всего. Тоже 1100 гривен, видите, совершенно простой крой у него. И здесь присборенный рукав. Вот такая вещь. 1000 гривен, 33 евро. Вот такие джинсы с дырами. Сужение идет к низу.
И дырки идут по всему, по всей площади этих джинс. Вот так они выглядят сзади. На штанинах нет дырок внизу, только вот здесь возле кармана и на кармане. Джинсы Slim Push Up 800 гривен, 26 евро. Вот такие цвета, традиционные цвета, как вы понимаете, черный, синий, темно-синий. Смотрите, какое пальто классное, такой коралловый яркий цвет. 1600 гривен, 53 евро. Видите, такое пальто на одну пуговицу с поясом. Такой оверсайз у нее, у него вид. 1600 гривен, 53 евро. Не помню, сказала, нет. Вот такая одежда. Более подробно я, наверное, сниму видео, потому что очень много одежды завезли с тех пор, как мы с вами смотрели. 700 гривен, 23 евро. Вот такие короткие юбки. Тоже необработанный край внизу. И есть еще белые. 1000 гривен, 33 евро. Вот такие широкие брюки, бананы. Здесь вот видите внизу такая выточка, как бы так ее назвать. Вот выточки у талии. Вот такая модель. Очень интересная, кто не боится широких джинсов. Вот, пожалуйста, вам варианты есть. Бежевые, есть черные. Много одежды в сиреневых томах. Зеленых, голубых тонах. Вот еще такие футболочки по 230 гривен, 7-8 евро. Новая коллекция. Калиопа. Очень недорогая здесь одежда продается. Джинсы скини здесь по 700 гривен. Скорее всего, во многих магазинах будет приблизительно такая цена, 700-800 гривен. Есть здесь вот такие джинсы на резинках с карманами в боках. И вот такие джинсы, самые обычные, тоже стоят 700 гривен. Коротенькие куртки 800 гривен. 550 гривен, 17-18 евро. Вот такие джинсы в полосочку, юбки, джинсы тоже здесь в продаже. Эти джинсы с дырочками 700 гривен, 23 евро. 550 гривен, 18 евро. Вот такие юбки. Очень похожи на юбки, которые продавались в резерве. Здесь, кстати, есть джинсы больших размеров. Вот эти джинсы XL стоят 1000 гривен. Видите, здесь пояс. Можно завязать, можно... Вот, XL. Можно какой-то другой пояс приспособить, если вам не нравится вот такой тканевый. Джинсовые курточки есть и в голубых тонах. Также есть в таких же тонах и юбки, и брюки. Вот такие джинсы-кюлоты стоят 700 гривен, 23 евро. Ну, в общем, вы поняли здесь, какая ценовая политика. 700 гривен. Вот такие джинсы потемнее, черные, темно-синие. По 800 гривен вот эти джинсы, такие широкие. И 800 гривен стоит такая джинсовая куртка. Есть черная, бежевая. И также джинсы. Смотрите, какие есть кирпичного цвета и защитного цвета. Вон там виднеется. Посмотрим с вами джинсы в топ-шоп. Здесь идут скидки, написано до 70% на какие-то модели. Вот такая одежда сейчас здесь продается. Посмотрим джинсы. Вот такие джинсы с огромными дырами стоят 700 гривен, 23 евро. И вот такие 660 гривен, 22 евро. Вот такие голубые 650 гривен, 22 евро. Это все джинсы на скидках. Вот есть еще брюки 600 гривен ровно, 20 евро. Вот такие вельветовые брючки, пошитые как джинсы. 1900 гривен, 63 евро. Вот такие вот брюки, необработанный край. Это уже новая коллекция. Вот эти джинсы 2000 гривен, 66 евро. Видите, очень много таких
джинсов с необработанным краем. По 1900 гривен, 63 евро. Вот такие брючки. Здесь уже край, да, обрубленный край. И вот такие самые обычные простые джинсы. Черные. 2000 гривен. Но эти джинсы стоят. Молочного цвета джинсы. 1900 гривен. 63 евро. И вот такие джинсы тоже 1900 гривен. Ну вы поняли, в новой коллекции джинсы стоят 1900 гривен, 2000 гривен, 63-66 евро соответственно. Магазин Коллинз, где же вы знаете, тоже продаются классные джинсы. Вот на этих манекенах показаны какие. Значит, джинсы тут стоят 1200 гривен, 40 евро. Такие узкие скини стоят 1300 гривен, 43 евро. Джинсовая куртка 1200 гривен, 40 евро. Джинсы 850 гривен, 27-28 евро. Такие джинсы 900 гривен, 30 евро. Вот такие 695, идут хорошие скидки. И если берешь двое, то будут скидка где-то 20% девчонки. Сюда стоит зайти. Здесь огромное количество джинсов. Смотрите, сколько их. А вот цветовая гамма этого магазина. И посмотрим джинсы Манго. Очень многие девочки любят этот бренд. Идемте глянем. Здесь также есть джинсы с необработанным краем, джинсы кюлоты. Кюлоты стоят 1400 гривен, 46 евро. И такие джинсы стоят тоже 1400 гривен. Необработанный край, дыры на коленях. Вот такие голубые, очень приятный цвет у этих джинсов. Очень много желтого яркого цвета поступило Манго. Есть новые какие-то платья, блузы. Так что пора снимать новую коллекцию. Да, девчонки? Кто хочет, ставьте пальчики вверх. Смотрите, какой вид джинс. Свободный клеш от бедра. Вот как они выглядят. И эти джинсы стоят 2000 гривен, 66 евро. 1400 гривен, вот такие коротенькие, 46 евро. Футболочка 800 гривен, 26 евро. Также здесь есть продажи, вот такие куртки 1200 гривен, черные и темно-синие. Вот на синие лучше видно, как пошито. Ну, вы заметили, курточки в разных брендах пошиты почти одинаково. Вот смотрите, как скомпоновали джинсы, необработанный край, вот такие кеды, а сверху футболка и жакеты, замечательно все выглядит. Джинсы скини стоят 1200 гривен, 40 евро, и еще тоже цветовая гамма, очень разнообразная, очень все базовые цвета. Так что, если вам нужны такие джинсы, скини с обработанным краем, необработанным краем, в общем, разные, 900 гривен, 30 евро. Вот интересные джинсы, смотрите, какие, 2000 гривен, 66 евро. Здесь вот кнопочки внизу, можно сделать еще уже внизу.
курточки продаются. Видите, такой серый цвет, очень приятный. Это стоит 2000 гривен, 66 евро. И есть такие же юбки, 1400 гривен, 46 евро. Молочные джинсы тоже стоит 1400 гривен. В общем, запомните, в Манго джинсы 1200, 1400 и 2000 гривен, если более интересный какой-то крой у джинсов. Вот такие. Смотрите, 2300 гривен, 76 евро. Комбинезон, кстати, классно смотрится. Люблю комбинезон, но, конечно, их носить не всегда удобно. Особенно, если куда-то идти в дамскую комнату, то немножко проблематично. Кто носил, скажите, как вам очень комфортно. Такие серые джинсы стоят 2000 гривен. И вот мы только что смотрели куртку и джинсы. Смотрите, как они выглядят на манекене. И, возможно, будет выглядеть на вас. Чуть-чуть покажу вам сумочки, которые в актуальной коллекции. Ну вот, друзья мои, такая одежда продается. Такие джинсы, куртки, комбинезоны продаются сейчас в Манго. Надеюсь, вам понравился этот влог. Новенькие, подписывайтесь. Вам не трудно, мне приятно. Комментируйте, ставьте лайки. Я буду очень-очень рада. Подписывайтесь. С вами Татьяна. Пока-пока. Белые джинсы. 900 гривен, 23 евро. Все, мои хорошие, будьте здоровы. Пока-пока. До новых видео. Гляньте, какая девушка стильная, вся в коже. Очень нравится мне ее лук. И кожная юбка. И куртка. Супер-супер. Молодец, девчонка. 1000 гривен, 33 евро. Сумочки, пакетики. Пока-пока, мои хорошие. Никак не распрощаюсь с вами. Хочу побольше показать. Все, на этом все. Пока-пока.